Всем большой-большой привет. Большое спасибо, ребята, за подписку, за комментарии, за лайки. И с удовольствием отвечу. Для меня это очень важно. Спасибо большое всем. Подписывайтесь. Будет интересно. Я стараюсь. Сегодня будем готовить пирог. Цветок называется. Тоже очень простое приготовление. С моим любимым творогом, как всегда. Для этого понадобится 250 грамм молока теплого, вот же выливаю. 80 грамм сахара, ванильный сахар, щепотка соли здесь. Сюда высыпаю. Подсолнечного масла надо всыпать 1,5 ложки дрожжей. Сухих. Сюда. Пачка много. 1,5 ложки. Вливаем сюда 30 грамм подсолнечного масла. Вбиваем яйцо. Все это хорошенько перемешиваем, чтобы оно все растворилось. Все растворилось и оставляем на минут 15, чтобы дрожжи активизировались. И нам понадобится 500 грамм муки. Будем постепенно добавлять. Вот мы замесили тесто. Вот такое оно должно быть. Слегка, чтобы прилипала к рукам. Вот такое. Мешали сюда 50 грамм масла. И теперь накрываем его и ставим теплое место здесь на час-полтора. Чтобы оно подходило. Ребята, подошло наше тесто. Вот такое оно мягкое, пушистое. Сейчас подготовим начинку. Ребята, готовим начинку для пирога. Нам понадобится 600 грамм творога, такого мягенького. И взбиваем белки, два белка, для вот такого состояния. Потихоньку вводим это в творог. Тихонько, нежно. И добавляем сюда еще 15 грамм крахмала. Все. Вот, ребята, какой должен быть творог. Видите? 15 грамм крахмала еще добавить в конце. Вот. И сейчас будем делать. Совершенно несложно. Сейчас тесто раскатываем. Вы увидите. 2 минуты. Теперь льем на стол подсолнечного масла. Прямо на стол. Вот так. Потому что в тесто не надо добавлять уже больше муки. Наше тесто. Вот оно какое. Красивое. Подошло. Вот так мы его собираем. Комочек. И теперь будем раскатывать такой круг большой. Вот мы раскатали тесто. Тесто очень мягкое. Выложили по центру начинку. И теперь вот так вот все соберем к центру теста. К центру. Покажу, что дальше делать. Вот так собрали все к центру. Теперь переворачиваем этой стороной и ставим шовной стороной, ставим на дно и ставим на бумагу пергаментную. Ребята, вот так должно получиться. Когда вы вернули коржик вниз склеенным, ставим посередине такую мисочку, по ней разрезали до мисочки штучки и развернули их. Вот развернули, тут получается все закрыто, творог в середине. Смазали яйцом и изюмчик, это по желанию. Мне духовка уже поджимает, и тесто уже сильно вылазит. Я уже ставлю его, ускоряю это дело. И вот наш пирог готов. Готовый уже. Смотрите, какой он красивый в середине. Я специально порезала, чтобы показать. Творог нигде ни капельки не подтек. Нигде. Абсолютно.
Вот такое вот оно мягкое тесто. Покажу ближе. Смотрите, какое мягенькое. Готовьте. Это не сложно. Может, в такой форме сложно что-то делать. Можете придумать свою, но все равно это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.